Изменения в бюджет муниципалитета на 2023 и 2024 годы внесли во вторник на внеочередном заседании Тверской городской думы. Корректировка связана с увеличением собственных налоговых и неналоговых доходов и поступлением субсидий из регионального бюджета. Изменения вносятся в три муниципальные программы. По отрасли образования в 2023 году это расходы на организацию питания в школах и обеспечение текущего содержания новой общеобразовательной школы в микрорайоне Южный. В 2024 году на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций. Это, конечно, организация питания в школах детей с ограниченными возможностями. Там около 15 миллионов мы перераспределили, чтобы дети получали питание, горячее питание в школах. Также часть денег будет направлена на содержание новой школы в Южном, которая сейчас еще не достроена, но она уже функционирует, ей присвоена номер 56. Как отметил председатель Тверской городской думы, это не последние изменения бюджета областной столицы. Депутатам предстоит еще немало работы, так как муниципалитет ждут дополнительные расходы. Бюджет – это живой организм. Мы получаем деньги из региона, мы получаем деньги налоговые больше-меньше. Мы получаем деньги, вот как раз, которые нам должны предыдущие должники города. Мы продаем часть имущества, часть денег поступает от аренды. По программе «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2024 год предусматривается финансирование разработки проекта новой системы теплоснабжения на период до 2039 года в целях реализации комплексного проекта модернизации системы теплоснабжения Твери. Также дополнительные средства направляются на развитие информационных ресурсов города.